Узбекского теннисиста заподозрили в договорных матчах. Санжар Файзиев получил временное отстранение по подозрению в участии в договорных матчах. Как уточняется, Файзиев с 2014 по 2018 год совершил 5 нарушений. Помимо него отстранили казахстанского спортсмена Тимура Хабибуллина и израильского Игоря Смиланского. Об этом сообщили на сайте независимого органа по борьбе с негативными явлениями в теннисе. Игроки продумывали отдельные аспекты матча и способствовали ставкам, не сообщали о коррупционных схемах, говорится в сообщении.